Ну, я помню, что были пионы, по-моему, цветы. Отвела меня мама в школу. Папа у меня все время в разъездах сейчас, и на тот данный момент был. Но он всегда рядом. И отвела мама в школу. Очень волнительный такой момент для меня был. Но я всегда была в детстве такая самостоятельная, как бы всегда любила решать все сама. Маме это очень нравилось, и по жизни такая. И я помню, что я пришла на линейку, мне так все нравилось, я прям хотела в школу. Когда это все прошло, и мы уже стояли там с одноклассниками, и мне мама просто подходит, говорит: «Кристина, ну что там, как там?» Я говорю: «Мам, все, не волнуйся, иди домой». Я говорю: «Я тут все сама разберусь». Мне очень нравилось учиться. У нас был казачий класс, но я там не была. Ну, я была в обычном классе, ну, как обычно, черная юбочка, красивая какая-нибудь там блузка, обязательно туфельки на каблучках. Мне очень нравилась литература русский, я всегда любила учить стихи, мама любит у меня очень книги, и мама мне постоянно, как бы, нам зададут что-нибудь там, почитать «Мертвые души». Моя мама знает эту книгу. Я приходила всегда домой, говорю: «Мам, давай я не буду читать, давай ты мне расскажешь». И мама мне все это рассказывала. Я приходила в школу такая умная, начинала там все отрывки рассказывать, что мама мне говорила. Русский язык, да, нравился очень. Любила и сочинения писать, и изложения. Мама мне очень тоже... Мама все детство мне помогала с учебой, как будто со мной училась все время. Геометрия мне нравилась, как бы, геометрия, алгебра. Я даже помню еще квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. И дискриминант никогда не забуду. Так что я все помню. Физика мне не нравилась. Физика вообще не давалась вообще. И химия. Ну, мне кажется, физика это больше такое для мальчиков прям. Вот они такое любят все, всю технику изучать. Девочек такое, не знаю, не очень мне как-то. Мне нравилось всегда учиться. Да, бывали там проблемы, но у меня всегда была такая соревновательный процесс. Я всегда хотела как-то быть лучше, учиться лучше, и как бы в спорте хочется быть лучше, и в учебе хотелось всегда там лучше стихотворение рассказать, лучше изложение написать, как-то всегда выделяться хотелось. Не знаю, я любила очень футбол, мне это прям мой тренер привел меня к нему. И, не знаю, я все совмещала, у меня просто была такая мотивация, то, что если я буду учиться хорошо, то я буду играть и в футбол. То есть я это все совмещала. Мама, когда на родительское собрание приходила, учителя спрашивали мою маму, то, что у вас девочка, она играет в футбол, и моя мама отвечала: ну что такого? Это ее выбор, ей это нравится. Говорит: «Мама, я за». И говорит, что-то не устраивает, она все делает, она все успевает, так что это ее выбор. Ну, конечно, как бы люди все равно не воспринимали то, что девочка, футбол, никогда не думали, что что-то получится, это просто думали, что это увлечение. А оказалось, увлечение — это что-то большее, чем увлечение. После школы, да и на танцы я ходила, я танцами занималась, я и поделки делала, то знаете, поделки там из разных кругов собирают, мы с подружкой походили постоянно после школы там, и вот делали там разных котиков, там клеем намазываешь там рисунок, и потом там манкой посыпаешь, там горошком, и там рисунок такой получается красивый. Ну, очень увлекательно было. Были разные конкурсы в школе, я была мисс Осень в школе, я заняла первое место. У меня была бумажная корона, до сих пор где-то дома лежит бумажная корона, на нее любуюсь. Ну, мисс Осень, как для меня это был прям вообще как будто мисс Вселенная. Я еще неделю, наверное, ходила, улыбалась дома, это мне, не знаю, это в 5-м классе, наверное, была. Я вся как будто я мисс мира была. У нас кабинет был ИЗО, по-моему, 9-й кабинет был ИЗО, и мы там что-то хулиганили с пацанами, как-то там толкали друг друга, и, по-моему, я толкнула мальчика, он упал на парту и сломал ее. Вот, и мы еще, помню, сидели на уроке, еще эту парту придерживали, что это не мы,
Бывали цветы разбивали, горшки там собирали. Да, много чего было. Бывало, что я всегда всю свою жизнь, всю школу всегда опаздывала на уроки. Всегда. Я не могла прийти. У меня урок начинается в 8 утра, а Алёшина всегда приходит в 8:10, 8:15. Хотя я жила, ну, рядом со школой. Но я очень долго собиралась. Так, хочу передать своей школе. Это Станица Ладожская, школа номер 25. Большой вам привет, спасибо вам большое за образование, за такие радостные эмоции. Конечно, было и трудности в школе, и радости, но очень хорошие учителя там и очень дают много знаний. До сих пор помню даже алгебру. Вот, в общем, всем детям желаю хорошего учебного года. Не прогуливайте школу, учитесь, потому что дальше будет сложнее. Вам правда говорят, что дальше будет сложнее, но чем лучше вы будете учиться, тем лучше вам будет в жизни. Это пригодится всем. Я, кстати, вспомнила по русскому языку свою учительницу. Надеюсь, что она посмотрит это видео. Это Гункина Татьяна Матвеевна. Вот я вас помню. Очень хороший человек.